Всем привет, с вами я Гамби, и со мной сегодня Миша и Лёня, поздоровайтесь. Я очень старый, это на этом канале, поэтому поздоровайтесь со мной, я легенда всех поколений. Короче, поздоровайтесь. Пошите. Миша, поздоровайся там, Лёня, поздоровайся. Я уже поздоровался. О, уголь! Миша не здоровается. Здравствуйте, у меня есть чипсы, завидуйте. Что там жаришь? Нифига себе, стук какой, бля. Герман, иди сюда. Ща. Я хочу... Я пытаюсь вспомнить, что я хотел сделать. Я не знаю, что ты там хотел сделать, но меня тут пускай. Всё, я вспомнил, что я... Это что было? Герман, я уже не буду тебя воровать, вареный картофель, забери его. Мне страшно. Ты офигел воровать мою картошку? Верни. Забери, забери. Фу, все, я больше не буду ничего брать. Ты не страшно. Это что такое? Ты... Что происходит здесь? Чё там? Я здесь нам кровать делаю. Я упал. Я встал. Там крипперы. Герман, что это? Что это? Это убийцы! Серьезно? Лёня, иди сюда, все, я сделал вам кровати. Где? Я понял, я... Сейчас, подожди. Я их на кухне сделаю, короче. Сейчас я их на кухню поставлю. Я не хочу одним спать, мне страшно одному. А ты с Лёней будешь спать. А ты на кухне, мне еще страшно. А ты где? Где кухня вообще? Вот тут кухня. А вот тут ты нашел. Да где? Вот тут спальня. Зачем я его сбросил? И вот тут спальня. Выбирай, какая у тебя кровать будет. На shift. Выбирайте, чья какая кровать будет? Слева или справа? Моя вот тут, вот тут. Моя вот тут, а тогда. Я вот эту вот табличку... Это что было? Это ты сел на стул. Это ты на стул сел. Shift. На боку, на shift, на shift. Дай табличку, ё-моё. Да я... Это только угарный угол. Дай табличку. Я хочу написать Мишу. Дай табличку. Вот тут у нас баня. Вау, вот тут я хочу пересидеть тебя. Это тут, это сюда, здесь это. Здесь камни лежат, короче, здесь уголь. Ну, короче, здесь камни подкидываю, чтобы шло в это. А, это игровая комната, что? Чё, кто хочет спать в бане? Кто в бане хочет спать? Я не хочу. Мне страшно. Ой, ты тупой. Не оставляй меня одного. Где выход? Ты где? Герман, ты где? Да я тут. Они так боятся, я в шоке. Вот тут кнопочка. Лёня, вот тут кнопочка есть. Ой, Лёня, обернись. Это кто там? Я, короче, вот этот балкон. Я с балкона посмотрю. Где мой меч? Дайте мой меч. На букву Е нажми и найдешь. Так, а как он там? Пошлите сражаться, я готов. Ха. Пошлите. Миха, возьми щит в правую руку. О, вон он. Нажми на Е и перетащи щит этот, ну там, где рядом. Да, где? Кто это? Где?
Кто? Куда он? По читам. Так что, чтобы использовать чит, надо зажать правой кнопкой мыши. Когда вас бьют. Я знаю. Я потерялся. И это единственный... Добываем. Зачем нам камень? Ну, блин, Типа, у нас там дофигища стаков камня, ну, типа... А, да? А ты... Нам вот это надо. Ай, да ты... Я стучаю. Ой, нифига себе. А мы можем на ядерный реактор, короче, сделать с кайфом. Каменный век. А к нам сейчас не придут какие-нибудь... Стой. Зайди-ка тут. Пошли туда еще раз, закопаемся. Сюда? Ай-яй-яй, ты дурак, ты не знал. Помоги, откопай меня. Бля! Да ё-моё. Ай, смотрите, что за паркур, я вот... Что это за музыка? Я боюсь. Обернитесь! Нет, ты кто тут, где ты? Ребята! Ой. Меня убили! Нет! Я оленя убил! Герману надо помочь! Подожди, открывайся! Я оленя убил! Блин! Это что? Это что за фрик? Нет, я сейчас... Опять вынесли! Ой! Нет! Надо срочно их убить, надо их срочно... Блин, мёртвый! Всё, капец, всем плать. И очень страшно. Герман, что ты мешаешь, Балу? Я иду разбойников, но тут разбойники к нашему дому пришли. Где? Герман, не уходи. У меня меч потерялся. Вот разбойники. Миша, помогай их бить. Лёня, помогай. У меня меча нет, у меня меч пропал. Сделай новый, я тебе разрешаю взять там либо золото, либо руду. Это чё? Я убил его. Ой! Лёня, пока, всё, Лёнь, пока. Герман, куда мы бежим? Я не умею бежать. Ой-ой-ой. Миш, какие-то херабрины, тут какие-то дауны, что происходит вообще? Ты чё, реальный херабрин? Да. Если мы будем ночью играть, то мы обостряемся, понимаете? Я знаю, уже вечер как бы. О, нифига, он меня убил! У меня откинул, у меня сразу минус пол хп. Герман, мне страшно. Он на меня идет. Помоги мне, Герман. Герман меня убил, мне очень страшно. Лёня, вот твой меч. Где? А, да, да, тогда это... Герман, забери золото. Герман, что тогда? Спасибо, Герман. Я случайно, видимо, Q нажал. Пошлите сражаться. Я нашел твой готов меч. К битве. Это кто? Кто? Где вы? Беги, Лёня, беги, просто беги. А? Чего? Ну все, Лёнь, ты не убежишь, тебя убили. Так я живой? А ты убегай. А что это за ачивка? Тоже за тобой наблюдают. Пошлите, короче, спать. Идите на кухню спать, а я сюда. Ты тупой! Сейчас выброшу. У кого-то, видимо, сохранения теперь нет. Что за говно? Ты тупой, я! Зачем ты это делаешь? Это монстр! Смотрите, это монстр пишет You can't sleep. Это он нам ломает. Кровать зато есть. У кого? Это монстр ломает нам. Как поставить кровать? На, ставь, я не умею. Не жмите на кровать, правда, камыши. Пока что, не жмите. Это что-то, это монстр нам шали. Все, можете спать. Я спать лег.
Все, ложитесь спать. Я смог убить кого-то. Утро. Ребята, пошлите алмазики добывать. У меня уже есть два алмаза. Германа, как свои скачать? Кого скачать? Эй. Кого? Ну ничего, ничего. Какой экстрей? Алмаз, у меня тоже один. Никакого. Алмаз. Ах ты, Лёня, читер. Я хотел скачать. Герман, у меня один алмаз, и у тебя один алмаз. Нет, теперь нет вообще алмазов. У меня есть золото. Миша, я тебе разрешал? Прости, разрешаю. Все, пошлите. Стойте. Нам надо взять спальный мешок. Такое? Чтобы если что, ночью там поспать где-нибудь. Спальный мешок, а еще я заблудился. У меня есть только лишь два. Спасите! Все, пока, Леня, я не знаю. Ё-моё, к нам подошёл... Это кто? Это кто? А, ты я говорю! Это кто? Это что за бабадук? Это, во-первых, у нас это кто-то... Это что за дичь? Я на улице вообще стою. Бесим. Бьем. Бьем, мы его убьем. Ай, Миша! Меня Миша толкнул, чертила. Я не хотел. А, не пока, Лёнь. А ты видео снимаешь? Наши голоса слышно? Да. А кого вы обосрались? Я пошел, да я пошел в ад, вы как хотите. Я обосрусь там. Ой, постой, а можно я с тобой? Пошлите. Все вы обосрётесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё тут? Я упал! Если что, тут есть страшные фигни. Если вы обосрётесь и потеряете сердце, я не виноват. Просто когда я играл, я обосрался. Я вас потерял. Грибосвет. Ну, короче, с нами ходите, пытайтесь найти базу какую-то. Если вас кто-то атакует, то это мелкие штуки, про которые я вам и говорю. Не сильно? Ко мне кто-то идет. Это какие-то соли, что за соли? Я знаю эту штуку, она мне очень сильно нужна. Пожалуйста, добудьте таким. Да будь алмазной киркой. Ё, я могу сделать меч! Ой, назаритовый? Нет, вообще, вообще, который мод. Я умер! Как я в портал попаду? Я убил его! Что, Лёня? Как я в портал? На изи. Он в аду застроен. И чё? Так и то. Я же там останусь, типа. Блин, сколько таких штук я потерял. Боже мой, они куда-то туда упали. Я в аду, короче. Я тут... Я нашел каких-то придурков, которые еще, наверное, на меня побегут. Ай, это капкан! Ой-ой-ой, я обосрался. Помоги мне выбраться, я в каком-то овраге. Я не могу идти отсюда. Я далеко. К
тебе скромник. К тебе скромник бежит. Миша, убегай со всех ног. Какой-то паук меня бьет! Убегай, я же говорю, это пауки. Они тут страшные. Я умер. Ой, это чучело. Это чучело ко мне идет. Господи, Христос меня прости и помилуй. Тут молнии в аду. Тут какая-то... Тут собака Рейк. Ай, меня капкан захват взял. Дура, фу. Меня дура какая-то в плен взяла, я не знаю, как выбраться. Чё это за зелёное такое? Меня в капкан взяли, помогите. Где я? Где? Как? Ты тупой? Мы вообще в другой стороне. В другой стороне. Это чё? Ты чё? Иди отсюда, сороконожка. А чё делать? Иди отсюда. Чё делать, если ко мне летит какая-то бумажка? Я могу... Что ты получила? Она меня поедает. Почему я убил какую-то бумажку, сейчас всё потеряю? Паук, паук! Это муравей, я муравья... Я ж кому-то тпхнулся, я никому не тпхнулся, ё. Я убил скромника. Кого нашел? Вы где, Даун? Мы тут. ТП... Герман сзади, Герман, посмотри! Герман сзади! Что, где ты вообще? А, меня, в общем, меня убил кто-то. Сейчас я... Сейчас я к вам тпхнусь. Все тоже умерли, да? Да. Герман, все умерли. Ага, все сдохли. Да, я упал на смерть, разбился. Пошлите дальше, мы что-нибудь рано или поздно найдем. Но я уже нашел. Кстати, я тут уже штуку нашел, я же могу сделать меч сейчас. Жесткий меч, который убивает монстров. А у тебя есть половина пушки, интересно? Неужели я эту фигню просрал? Нет! Зачем мне 26 угля? Я ударю кто-то. Это скромник! Там скромник! Там скромник! Это чертило сделало какие-то босраные ступеньки! Смотри. Помогите мне! Нет! Это да что за это здесь? Кто это у вас сыновья, шалавы? Ну кто это? Мне еще кто-то звонит. Герман. Так, все, я продолжаю запись. Чё? Это город. Сам Максим и Карл скачаем. Прям сейчас. Да не, я хочу пока Майнкрафт. Ну, мне уже что-то скучно, мы у тебя все... Давай что-нибудь подобываем. Не в Майн играть. Я горю, Герман. Кто замуровал ход? Я. Зачем? Я случайно. Там какой-то... Там какой-то призрак, ну ладно, я ухожу. О, давайте его убьем. Ага, он тебя убьет, скорее всего. Он пропал. Ой, я горю. Ты что за чешуйки тут? А куда нам надо идти? Что нам делаем? Ну, вы знаете, вы же знаете, как проходить Майнкрафт реальный? Ну да. Ну вот, значит, пытайтесь найти эту базу. О, я золото нашел. Мне жопа, слышите? Да. А, нет, мне не жопа, я от него убежал. Фу, ты что, дура! Господи. Миша, Миша, видишь это? Миш, ты это видишь, да? Миш, видишь, кто тут ползет? Миша, ты ведь это видишь? Я почему-то... Миша, ты куда сбежал? Сейчас, это... Кому ты пыхнулся? Кому ты пыхнулся? Клёни, Миша. Ко мне, я. ТП, Лео. Золото. Телепортируйся. ТП, Леон, 4. Ик, 52. 52. Да, Герман, добывай золото. Вот это шлюха. Я горю. А, дура, у меня щит есть, а чё ты? Миша, бей её! Миша, бей её! А, это Лёня, бей её!
Что? Дай мне, что выпало, дай мне. А ничего не выпало. Снег. Герман, вот жопа. Герман, там в дом долбится какая-то монстряка, я ее пустил, ты не против? Ты тупой. Это что, Герман? Ты про что? А у тебя такого нету? Ладно. О, Миша, здорово, а чё ты на воздухе? Что ты там? Чё, а как же они убили? Миша какого-то додика впустил. Миша, ты дебил? Он не пускал. Тупой там, там у нас какой-то баба... баба... Что? Короче, тэпайся к нам, Миша, надоел. Герман, ты где? А, я сдох. Это мы где? А чё тут такие монстры жесткие? 52. Я горю. Да тэпайся к нам, ты надоел. Герман, это кто? Я не знаю, но давай его и забьём. А, он забагался. Его можно толкать. У тебя броня сдох. Вы где? Ты мне броню сломал. Миша, блядь. Вот. О, это пинглин. Это пиглин. Это пиглин. Где? Блин, я золото дома забыл. Блин, Герман, он бы торговал. Мне броня нужна. Что? Слышишь? У него броня есть. Мне нужна как раз таки броня. Убей для меня, пожалуйста. Я к Мише топаюсь. О, кстати. Стать. Ты дебил! Чё? У меня Миша. Так потому что он дома. Так он же дома. Потому что. Герман, я горю. Да кого ты не горишь, ты дебил? У меня отображается, что я горю. Ладно. У тебя жопа горит. Чё, Лёня? Меня тут атакуют со всех сторон, а вы в какой-то жопе. Миша, ты придурок, а? Я сейчас сдохну. Да чё ты спинни, а? Я убил. Лёня, убегай. Да. Кримсон, кто-то сам меня убил. Я случайно, правда, я больше не буду. Я больше не буду, я извиняюсь. Лёня, тебе ещё надо новые ботиночки. Тебе ещё надо новые ботиночки. А у меня сейчас эта броня, мне кто броню сломал? Это? Мне и ботинки, и всё мне надо. Кто мне всё сломал? На тебе золотую. О, спасибо, спасибо. Теперь пойдем. У меня просто все сломано, кроме пани. Давайте пофайтимся. Герман, кстати, Герман. Да что? Герман. Я подожди, уберу все, что не надо. Да отойди ты, Миша, толстый. Я тебе не знаю, я тебе хорошая. Да, выглядит Герман, смотри. Герман, подойди. Ты... Миша, иди! Миша, отдай меня. Я сдох. Ой, я тебе это намордник сломал. Ой, намордник. Какой намордник? Все у тебя? А зачем мне это? Все отдал. А он сломанный почти, он запасный. Да, намордник. Он у меня его вообще. На тебе, Миша, намордник. Лёня, нет!
Лёня, Лёня, дай ему шлем. У меня шлема нет. Он у тебя в инвентаре, я случайно тебя выдал. Мне надо будет силу установить. Да успеешь ты поставить свой этот скин, а? Я хочу в наш лукар, чтобы он проиграл. И чтобы Миша с нами был. Мне домой, пустите. Вы не против, если я в магазике бегу? Кого, Миша? Не против, если я пущу этого монстра? Я тебе сейчас полез... Миша, ты надоел. А чё ж этим мотом? Лёня там обосрался, как я услышал. Он мулся. Я обосрался, я так Он не потратил. Ура, у меня будет меч. Если не ошибаюсь. Прикинь, я всё вот этот додик снёс. Знаешь, я просто... У меня и кирка полусломанная, и железный меч. Я, короче, просто... Сражаясь с каким-то додиком, он меня слепил, замедлил. Герман, пошли на улицу, кто хочет офигеть от людей. У меня тьма почему-то. Так у меня тоже была. Это что там за великан ходит? Все, ребят. Бей, осуждаю. Его. Кто взял все золотое, все... Мне просто были скример. Кто все железо дал? Кто все железо добрал, а? Нет, я наоборот его только отдаю. Миша железо быстро отдал. Я нашел, вот. Миша, зачем ты без спроса берешь? Мне нужен топор. Ребят, у кого есть топор? Я их случайно взял. У меня нет топора. Да, ой, топор, блядь. А, ладно, мне не нужен Герман, топор. Герман, забери железо. Герман, забери железо. Да подожди ты. Отдай. А где все остальное? Больше нету. А по лесу, а по лесу тебе не дать, Миш? Это кто? Блин, что это? Это все за зомби. Пустите меня домой. Да чё? Я опять чуть не обосрался. Герман, я так боюсь уже играть. Я думаю. Там какой-то зомби этот. Чели, блин. Ё-моё. Чё? У нас монстр в доме! У нас монстр в доме! Это чё за... Это сиреноголовый! Я сиреноголовый нашёл! Нет! Всё, Лёня, мы тебя будем помнить. Я к вам поведу, чё вы думали? Все, ребят, можем навсегда уходить из дома. Ой, ну не навсегда. Я убил Селена Хейт. Короче, все, погнали, ребят, в ад последний раз. И потом пойдем в шахту. Да там сиреноголовый ходит где-то. Вон он. Пошлите за сиреноголовым. Он исчез. А че он исчез-то? Лёня, айдай к нам. Кстати, меня... Ема, тут кабан бегает. Я кабана убиваю. Бейте кабана, кабана бейте. Где ты? Вот сзади кабан. Ты невидимый. Кто? Ты дебил, не трогай меня. Еще один кабан в руке? Я невидимый. В смысле, я видимый? Ты невидимый, я вот бью тебя. Кто меня бьет? Тебя свинья убивает. Да кто меня бьет? А, это слизень какой-то мелкий. Ух. Герман, стой. Если ты тут, вот, возьми. Оно же нужно тебе, да? Есть одно хорошее же. Один хороший моб. О, а. Это мы туда идем. Плохие теперь. Давай. Убивай. Это свин тебя убивает. Герман,
уходи далеко, я почти тебя догнал. Я свинтуса убиваю. Я жру жареные баранины. Всё, Лёня, я у тебя прогрузился? Да, всё. Всё прогрузилось. Я не знаю, почему никто не прогрузился в тот раз. Но сейчас всё прогрузилось. Ребят, не наступайте на это говно, это капка. Ой. Где он вашу ногу укусит и всё, вам жопа. Я знаю, поэтому бьём их. Это пчела! Да защищайся щитом, у тебя он для тебя... Чебня же. Ой, я тебе ботинки сломал? Сломал. Это мне надо. Меня бьёт что-то, помогите. О, пиглин! Миша, ты отравлен. Что мне теперь с этим делать? ХЗ. Там ребята, два... Ребята, сделаем? Я выжил! Я упал и выжил! Ну нам туда не надо, прикинь. ТП ко мне. И ТП ко мне. Герман, ко мне телепортируйся. Так, Миша, если что... А, вот он, Герман, ТП ко мне! Миша, если что, штаны дома. Да вы надоели. Помоги, Герман. Кто первый попадётся? У меня Миша первый попадёт. А кто? Чё вы там? А чё у меня здесь... Ну подходите к нему! А чё у меня здесь туман просто? У меня туман, я ничего не... У меня тоже туман везде. Я видеть ничего не могу. Герман, у тебя тоже туман? Да. Лучше отсюда уходить, потому что если тут туман, то тут всякие дебилы. А если уйти, то будет поменьше дебилов. Это что за... Да что на меня прыгает? И пиглины на меня, и все на меня. А ты где отсюда? Тебя бес убил. Ой, на меня дура какая-то. На меня дура. Чё за дура? Чё ты орёшь, дура, обосранная? Чё ты из себя представляешь? Я убил монстра. Я кабан, меня все убивают, ребята, помогите. Я монстра убил. Я Венсды убила. Я хочу гриб сожрать. Ой, это кто? Фу, это паук. ТП, Леон, 4, Ик, 52. Помогите! Это... У меня очень мало ХП! Бьёт! Пока, Лёня, я тебя не знаю. Меня сейчас убьют! Ты дал, Герман, помоги! Я убежал. Герман! Герман, ты пыхайся ко мне. Не, я побуду тут. За мной еще какая-то шмаль бежит сзади. Я, кстати, где это пахну. Молодец. А где ты? Я штанишки потерял. Оно по стенам по. Дед бы пых. О, еще какой-то, да. Герман, на меня тут дед быкует с Венсдей. Герман, на меня тут дед быкует. Вау, да. А я золото знаю. Тут очень много золота, ребят. Золото добывайте. Вот я столько золота уже добыл. Нужно чистое золото или слиток золота. А можно хоть что? Главное. У меня есть два слитка. Жаль, не два стака. У нас монстр в доме. Я его впущу? Нет. Проходи, мимо. Я
Я тебя сейчас пущу, но попущу. Герман, тебя убили? Нет. Покатись ко мне, помогите, пожалуйста. Я далеко. Я уже скоро найду цель, ради которой я сюда пришел. Герман, дай. Мне еще тебе золото надо отдать. Пусть она пока у тебя... Герман, стой, Герман, стой. Да пусть она у тебя стой. Побудет. Мне надо забраться наверх как-то. Нет. Оно мне не нужно. Чё, ой, гос. Чё, да он? Слышь, там к нам... Не так... подходи к ним, не подходи. Не, вон так кто-то к нам идёт. Кстати, убегай! Идёт, идёт. Убегай, он нас заступит, убегай! Смотри, как глаза, посмотри, просто тебе ещё будет. Мы, кстати, подойдём к нему реально в эти приходы. Пока я тебя не знаю. Ух, вот эта музыка жёсткая. У меня половина сердечка. Я убежал от него. Я видел. Ой, я убил его. Вообще, он такой быстрый, я думал. А у меня блоков нету, чтобы строить ее. Пофиг. Нам не сюда. О, ты что, давай убьем этого дадика. О, дай мне, что там выпало, дай мне. Подожди. Вот тут? Оп. Оп. Погнали в пещеру. О, да, что? 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 Не бей, не бей, не бей, не бей. А чё такое? Кодом. Ну это я тебе скинул все и чё. Чё такое? Герман? Короче, можно теперь сделать жёсткий меч. Прям жёсткий меч. А тут ты еще на мечи, типа на крафт мечей еще скинул, да? Да, тут еще есть мобы в виде девушек. Я уже убила бы. Ну я видел скрещенный стил женщины. О, смотри, кто там есть. Вала? Леня, где ты поехались? Нет, ко мне ты поехайся. Нет. Это что за скример? Нет. Нет, спасите, 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 спасите. Ой, какая жопа белая. Пацаны, я нашел место, где просто дофига золота. Леня, Леня, убивай ее, Леня, убивай эту шикарную женщину. У меня скрипт за весь экран был. Она ушла, она ушла. Не слезь, я же умру. Как она... телепортироваться как будто? А, кто меня убил? Пиши команду ТП, Миша, я же скидывал команду в чат. ТП и мой никнейм. О, я почти пошел. Ты сам упал. Нет, меня кто-то скинул. ТП, я... Ни одного Миша лагает. Нет. Чего? Что происходит? У меня мальца подлагивает. У меня интернет подлагивает мальца сейчас. Герман. Ематом слизень. Миша, я скинул команду ТП. А мне ТП хоть сейчас? Нет, мы уже почти нашли цель, ради которой мы сюда шли. Герман, а можешь написать... А, вот, сюда. Чак тебе ТП. Чернит. В жопе габарит. Да пусть он скопирует, Герман, она слизень идет. Так его надо убить, понимаешь? Не знаю. И в лаву не шмякнуться. Где команды писать, я забыл. На боку Е русскую. Я в лаве, я в лаве. Леня, Леня, пока, Леня. Ой, чё? О, здорово. Айда к нам, Лень, быстрее, тэпайся к нам. У меня уже есть фаербол. О, нету. Я просто голенький, у меня только... Ой, я горю. Опять телепортирую.
боюсь. Это я тут, да, мысли, я умер. Герман, ты тоже умер? Герман. А, ну все, мы тогда больше... Как? Я даже не взял фаербол... У кого этот? Фаербол. Ну это... У меня вообще броня сгорела. У кого огневой шар? У кого огневой шар? Будь здорова. Кстати, это... Герман. На, смотри. Где у меня броня забрать? У меня броня все сгорела. Бьет. Кто-то... И желательно кирку и меч. Слышишь, кирку и меч что сделать? Видно, а почему меня к ним скинули? У меня хп мало. Есть, убили одного. Я ценой своей жизни убью его. Я убил его. Герман, кирку и меч еще сделай мне, а то у меня вообще ничего нет. У меня меч вообще во мне. Мне надо кирку и меч. Мне нужны штанишки, ботиночки и кофточка. А мне тоже штанишки еще нужны. Мне все, вся броня нужна, еще кирка и меч. Не знаю, я кому-то ботиночки сделал, кому? Мне. Ну хоть что, кто поймает, тот поймает. Уи! Ладно. У меня вообще ничего нет, у меня ни меча, ни кирки, ни брони вообще. О. Так, вот вам Герман, шлем, вот вам штаны. Герман, дай мне кофточку. Вот вам штаны, вот вам шлем. Герман, тебя кто-то убивает. А мне? У меня вообще ничего нету. У меня только броня и штаны. А шлем? Штанишки. Нету. Мне нужны штанишки. У кого штанишки? Я кому-то давал штанишки. У меня не штанишек. У меня штанишки нужны. Дайте штанишки. У меня из них самого... Понимаете? А это суть, то что нам надо идти в пещеру. Но перед этим... нам надо заспать. Подойди сюда. Меня только что убили. Нифига, я его тут убил, слышишь? Кто убил? Ты бы знал, кто его убил. Все, идем спать. А кто? Идите спать быстро. Да подожди, я ищу себе, блин. Куда лег ты, черт? Я пошел спать. Уйди отсюда, черт, иди на свое место. Ты встань, иди на свое место. А где мое место? Рядом монстры, ребят, мы не можем... Я могу уложить и спать, я сплю. Я не могу. А мы не спим. Ты чё, шалава? А я могу сейчас на твою... А где ваша кровать? А где Миша на кровать? А у Миши кровать у тебя. А кто в Мише кровать сломал? Вот Миша, где твоя кровать? У меня кровать не работает. Как кровать установить? Дай мне, скинь её мне. Сейчас скину. Фу. Я спать. Кто меня скинул? Я хочу спать на золотой кровати. Так, ладно, кровать я рядом поставлю, близко. Да. Я кровати близко, рядом поставлю друг с другом. Нет, я там не буду спать. Я вот тут буду. Да я со всеми хочу, я не буду где-нибудь никому. Очень будем на улице спать, раз вы недовольны. Давайте, все вместе, давай. Кто? I can't. Все потемнело, Герман, пошли сражаться. Герман, с кровати стырили. У нас там разбойники.
Слышь, я кровать сюда поставлю, я здесь поставлю точку возрождения. А у меня вообще, я уже в какой-то жопе. Кто? У нас там разбойники у дома, отойди. Туча-то кирка. А где моя кровать? Где моя кровать? Герман, там вообще жопу будет, а? Нет! Герман, мне нужен меч. Ложите. Меч, на, меч, кого, чей меч? Не мой. Это ты, а, вон. Миша, лишний раз не жми на боку. Рядом монстры, посмотри. Вот разбойники, мрази конченые. Опа, на базу. Что там? У нас новый флаг. Сейчас мне надо убить криперов. А, вон он, монстр. Я пошел домой, я стоял на мой. Герман, давай включаем мод на пистолеты. Нет. Герман, когда мы в мой самокар будем играть? Ребят, помогите, меня сейчас убьют. А где мы спать будем? Это что? Это самое сильное. Это самый сильный моб. Пока. Не, пожалуй. Сколько у нас кровати? Ложись спать, Лёня. Я хочу на золотой. Где, я на золотой. У вас тоже все почернело? Спим. Меня убили. О, все, поспали. Все, пошлите. Пошлите в шахту, нам в шахту надо идти как бы. Ребятули. Чаще. Ребят, я в шахту. Так, тут есть такой флаг. А вот тут. Нифига. А он до сих пор живой. Это мой флаг. Вот тут два флага теперь. Все, тут два флага. Погнали в шахту. Кто монстру дверь открыл? Я тут. Я. Все, пошлите. Кстати, надо еще жрачку взять. Да я ничего не вижу вообще. Побежал! Я убегаю, я убегаю. Он так бежит, будто срать. Нифига у меня он откинул. Я далеко улетел, слышишь? А вы тоже умираете, откидывают его. Летите, сломается. Пацаны, у меня сейчас щит сломается, меня сейчас убьют. У меня щит сломался, все, я сдох, а еще у меня сломался щит. Я у зомби башку отрываю. Как его убить? Это невозможно. У меня еще вес не прогнозили. У меня рука зомби есть, алло. Я могу зомби руку. Я сам могу сожрать руку зомби. Чего у тебя есть? Рука зомби. Блин, у меня есть. Он откинул, он мне. Все, капец, меня опять же я убил. У меня есть две руки зомби. Мне нужен. А что нам делать? Там... А кстати, я знаю, откуда этот дом. Вы ко мне тпхайтесь и все. У меня нету щита. А вот ты где? Дайте мне щит. Дайте мне щит, пожалуйста. Куда я падаю? Дайте мне. Ну я сам. Дайте щит на пропитание. А твой где? Мой сломался. Делай новый. Я не знаю, как его делать. Сделайте мне щит. Лёня, сделай ему щит. Лёня, сделай щит. Я тебе за эти знамы покупку золота. А где? А? Ребят. У меня есть полная часть зомби. У меня есть полное тело зомби. У меня все от зомби есть, короче. Лёня, а ты где? Я его убил. Ты чё меня Мишу убил? Ну что мне щит не делаешь? Ты дебил. Да, у меня вообще что-то нету. Я не умею, я вообще не знаю. Ладно, сейчас я сделаю. Где была команда вообще делать что-то? Я просто, если ты мне сделаешь щит, я тебе за это дам слиток золота. Я вообще добывать ресурсы пошел, чего ко мне пристали? Вообще-то мы должны пойти прям все в шахту, все. Давайте реально сейчас... Подожди, я потом тпхнусь к вам. Лёня, я тебе щит новый сделаю.
Мне нужен щит, мне! Пошел в жопу, я тебя не знаю. У меня нету щита. О. А у меня есть щит, он полный. А, у тебя он вообще прям вообще полностью, полностью полный? А я не знаю, он... Подожди, сейчас. Смотрите, да, у меня голова зомби, я могу ее сожрать. Вот, смотрите. Или могу, вот, рука зомби. Откуда у тебя конечности вообще? Ну ты конченая шала! Ну все, пошлите, у меня меч есть. Меня Миша бесит, он меня трогает. Пошли в мой самокар, Герман. Я починю. Герман. Чё, зачем? Мы поиграем там. Пошли. Это ясик. Наверное. Ушай! Да, я знаю, я ты... Миша, шалышай, ты ко мне. Герман, ты ко мне, у меня шалышай. Тебя нет. Я здесь. Герман, ты ко мне, у меня шалышай берется. Я знаю этого шалышая. ТП ко мне. Кто ТП-хается ко мне, пожалуйста, ТП-хнись? Я хочу, я не знаю твой ник. Леончик. Да спасите меня от него. Да. У меня ХТ мало, я не могу драться. А что с него падает? Нить. Ну пошли в шахту. Вон шахта. Пусть Герман, пусть Миша к тебе ТП-хается. Я так пехнулся к тебе. Ты пехнулся. Я его уже убил. Зачем? Потому что он Лёню убил. Ой, я, во-первых, вижу золото. А я умер. Это ты что? Я ватердроп. Я ватердроп сделал. О, ватердроп. Ребят. Что? А ты что, не видишь никого тут? Так я умер, да, он. Мы все сдохли. Вы все? Ну пошлите еще раз. А у меня, кстати, брони уже нету. Да, у меня уже... У меня скоро золотой щит. Где моя кинка? Дайте мою кинку. Нет, уже нет, все нет. Я открыл. Я провернул, я открыл, мам, иди ты открой. Да! Ну что, офигенно так. Нафига ты провернул? Да что за дал мне, бьёт Миша? Сразу. Зачем дерёшься? Случайно. Видите, кто там, видите? Кто это? Это бьём его? Помогите, может? Он ушёл. И мне на скрипе... А может, у меня интернет отлагает? Нет. Подожди, дай мне найти твои страдания. Ко мне, тупехайтесь, блин. Надо немножко помолчать. Я прошу тебя помолчи, я найти не могу, а ты где-то остановки разговариваешь. Леня, это тебе? Кто подумает? Тупехайтесь ко мне. Кто подумает? Нет, тупехайтесь. Тупехайтесь ко мне, ё-моё. Герман, ты пахает ко мне. Тебе. У меня же паники скоро порвутся. Все, Найс, я скопировал команду. Все, Найс. Где Миша? Миха, ты где? Завтра,
А. На нас топорная штука смотрит. Тихо-тихо-тихо, стой, пусть он на тебя смотрит. Я, да блин. Ребят, ищем шахту. Поняли? А чё в нашей, чё в нашей не пойдём, вот в нашей дома? Тем более я боюсь этих монстров теперь. О, шахта, походу. Да, Герман, пошли шахту сами отроем. А, погоди, Миша, ты с нами? Давай мне саму карту. Помогите меня. Герман, пошли в мою саму карту. Не хочу. Моя вообще хочу. Не хочу. Да пошли. Не. А чё? Скучно. Какая-то фигня. Да пошли. И Миша с нами пойдет. Втроем будем играть. Сохранение сделаем. От ментов будем выгонять. Нету моей сабер-кар. Так скачаем. Мы все будем качать. Ну, скачай только потом. Мне сейчас лень. Вы где? Может, ко мне допрыгнетесь? Я уже почти шахту нашел. Уже нашел. Да, я пришел к тебе. Мы что, по воде умеем ходить? Как интересно, ты шахту нашел? Не, вот тут большая шахта. Нафиг вы меня бьете, а? А я случайно нажимаю на кнопку. Я из рекламы вышел случайно. Я не успею, ё-моё. Дай пусть ко мне здесь положил нам кроватки. Все, ложимся спать. Ну что, ищем? А у меня скоро кирки не будет, слушайте. Новую добудем. А как? Рукой. Сила. Не, в пещере я лучше поставлю мирную. Как ты не сдох? Куда, как ты не умираешь? Куда? Куда? Я ватердропы делаю. Какие ватердропы? Так, жив, я к тебе. Леня, ты пойди ко мне. А Герман? Чё? Железо возьму, мне надо меч и этот крафтить. Окей. Okay. Просто у меня нету. Герман, я в лаву упал. Помоги мне, Герман, Герман, дай мне воду. Герман, дай мне воду. Пока. Из-за тебя у меня щит сломался, ты дура? Ой, не щит, а шлем. Щит. Тебе... Я больше не работаю так фатер. А за что ты так со мной? А, ты испугался, ха-ха-ха-ха. Нет. Ну ты придурок, а нафиг ты меня трогаешь вообще? Все, я выдвигаюсь. Сейчас, тут как-то не хватит. Страшно.
Я бегу к тебе. О, мы все вместе. Да, конечно, я крафтю. О, золото. О, нифига себе, сколько... Я забрал. Я боюсь. О, но... Блин, железо. Сорян, я тебя случайно. Да ты иди, я ломаю. Сейчас лаву скину Мишу. Да кто мне звонит, нафиг он...